Южная Корея ввела новый пакет санкций против КНДР. Детали. Министерство иностранных дел Южной Кореи объявило о новых санкциях в отношении лиц и организаций, связанных с ядерной и ракетной программами КНДР. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. По информации Министерства, санкции введены в отношении двух физических лиц, трех организаций и 11 кораблей, связанных с ядерной и ракетной программами КНДР. Южная Корея ввела санкции в отношении Северной Кореи через несколько дней после того, как та запустила новую твердотопливную гиперзвуковую ракету средней дальности. Пуск ракеты США и Южная Корея осудили как серьезное нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, военная политика КНДР. Северная Корея время от времени заявляет о своем статусе ядерной державы и регулярно проводит испытания баллистических ракет. Эти испытания вызывают обеспокоенность у США, Южной Кореи и Японии. Ранее стало известно, что Северная Корея заявила об испытаниях гиперзвуковой твердотопливной баллистической ракеты. Также мы сообщали, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, вызвав обеспокоенность Японии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.